Крэнфилд Юниверсити – это государственный вуз Британии, на базе которого располагается собственный аэропорт и самолеты. Их используют в процессе обучения и для исследований в области аэрокосмических технологий, на которых и специализируется университет. Казахстанские школьники получили уникальную возможность посетить учебную базу и напрямую пообщаться с научными сотрудниками и преподавателями вуза. Главный лектор Центра аэронавтики доктор Элистер Кук рассказывает о том, как устроен легкий двухмоторный турбовинтовой пассажирский самолет Jetstream. Ребята полетают на летательном аппарате и выполнят специальное задание – выписать данные с аэрометрических приборов и систем. Школьники тщательно конспектировали цифры с датчиков, пробуя себя в качестве авиационного инженера. With the level of enthusiasm they have right now and the curiosity that they have at this age, I'm sure they, as long as they work hard, they will develop into really, really interesting engineers, really, really good engineers. Ребята могли попробовать себя и в роли авиапилотов. На симуляторе, который абсолютно точно воспроизводит интерьер кабины самолета Boeing 747, они учатся приземлять летательный аппарат. Некоторые даже преуспели в этом занятии и приняли решение связать свое будущее с этой профессией. Мы только что вышли с симулятора. И это было очень незабываемо, потому что не каждый раз испробуешь себя в роли пилота. Этот конкурс меня заинтересовал в авиации и самолетостроении, и я собираюсь в будущем связать свою карьеру с этим. В университете Крэнфилд говорят, что хотят показать, насколько захватывающая аэрокосмическая и авиационная индустрии, и что, выбирая профессию, связанную с авиаинженерией, можно построить интересную карьеру. So we're very pleased to welcome the group of students who come to Cranfield University from Kazakhstan this week. I know that it's been very competitive for them to secure a place to come here, so we're delighted that the group is here. There's a lot of work gone into putting on a very strong program for them, and we are hoping that they will feel very encouraged to go into the aviation industry in Kazakhstan. В условиях новых вызовов глава государства особо выделяет важность конкурентоспособности нации, а на фоне высоких темпов технического прогресса большое внимание уделяется точным наукам. Впрочем, важна и правовая пропаганда, и развитие творческого мышления еще в школе. Организаторы конкурса – фонд первого президента Республики Казахстан Елбасы, Министерство юстиции и Национальный институт интеллектуальной собственности – именно на этих аспектах сделали акцент и решили сделать конкурс ежегодным. Галымжан Караманұлы, Великобритания, специально для Хабар 24.